Опять гуф? Или что это? Или это вы потому что я умер в игре? Так. Квадрат, квадрат, треугольник, прыжок. Поехали. Угу. Не то, не то, ёшки-матрёшки. Так, а запись опять порезалась, да? Не надо мне в упрощенный режим. Не, вот так луфнул. Oh!
хватит бегать. Есть. Так. Квадрат, квадрат, треугольник. Прыжок. Нормально. Ну нет, зараза. Так. О нет, снова ты. Ёптыть! А, да, блок, конечно. Слава Богу! Умри, 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 умри! Фига ты еще и бегать умеешь!
Да, да. Да твою мать, ну как? Да охренеть, от них вообще можно увернуться? Ну хватит читерить! Увернулся. Как? Вопрос как? Отдай, отдай, отдай! Титанов напоит твои мечи. Фуф, ладно, погнали дальше. Погнали дальше. Гнали мы. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А тебя-то я искал. Привет, Ливчик. Какая оборонительная система, а? Мне бы такую сигнализацию. Привет, Play for Fun. Да хорошо все вроде бы. Ну, не в первый, во второй раз прохожу. А как? Ага.
Так, стоп. Стоп. Ненавижу болото. Ну я попробую. О, ключ. Да хорош. А чё вы такие толстые-то? Пошёл ты! Мне все больше и больше нравится эта игра. В том плане, что враги толще, а я все бесполезнее и бесполезнее. Изи. Так, там еще скелеты. Да-да, пацаны. Ага. А сколько их тут?
Ну, как-то так. Да мне хп пока не надо. Может потом пригодится на обратном пути, к примеру. Если он будет на обратном пути. Опять ты! Друзей еще позови, давай! Ёптыть! Fuck you! Это будет весело, да. Может его молотом? Да ну никаким молотом. Когда его можно бить-то? В определенный момент ты начинаешь бить, перекатываешь, и все равно достает. Я пытаюсь. Молотом, да молотом долгий слишком. Знаете, а так как. Может, его по земле бьет. Давайте попробуем. Давайте попробуем, да. Может, типа оглушением задевает просто. Может быть, может быть. Да нафиг это все.
Раз, два. Не жадничаем. Не жадничаем. Раз, два. Три! Пожадничал! Пожадничал! И подпрыгнуть не успел даже. Жадина говядина. Меня уже эта заставка достала даже. Так. Раз. Раз, два. Раз, два. Да ты ком. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Да, вроде. Раз, два. Вроде нормально идет. Так-то хитрить, Мадрид. Не туда, не туда, вообще не туда. Давай, зелененький, зелененький. Давай, 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 давай. Вот так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Нет. Раз, два. Раз, два. Не достал. Раз, два, три. Раз, два. Не тут. Нормально. Раз, два, три. Вот когда он так делает, можно и понаглее на самом деле. Раз, два, три. Ну не сейчас же. Иди сюда, маленький утырок. Да ну чё вы сразу с толпой-то? Да ну ладно! А чё, так можно было? Раз, два. Раз, два. Я в тупике, я в тупике, я в тупике! Раз, два. Назад. Раз. Раз, два, три. Выкатываемся. Раз, два. Раз, два. Кыш, кыш, кыш! Раз, два, три. Сука. Сам себя в угол загнал. Не надо мне упрощенную версию, спасибо. Но нормально сейчас все будет.
Я уже понял. Вот эту хрень, короче, до второго циклопа не трогать. Ну, надо постараться хотя бы не трогать. И с карапузами надо как-то быстро потом разобраться. А как? Гнев титанов? Ну, это помогает. Они жирные, зараза. Поехали! Раз, два. Раз, два. Ого, четыре. Раз, два. Мне порой кажется, что я даже не попадаю. Раз, два. Три. Не, придется все-таки сожрать ящик, походу. Как я выжил? Иди, иди, иди сюда, иди, 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 вот, вот тут, вот тут и стой. Вот тут и стой. Нет, нет, только не синий, только не синий, только не синий! Да ты прикалываешься! Через четыре не работает вообще никак. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Не я, твой враг одноглазный, враг твой на шее у тебя. А почему вот этот хрен, который у него сидит, на башке? Он типа это, ему не дамажит. Вы вообще нормальные? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ой, это надолго. Раз, два. Нет, 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 мы уже это проходили! Мы это уже проходили! По кругу бы кайтил его и кайтил. Сейчас я конфу почитаю. Ла-ла-ла-ла-ла. Дался. Ничего, это не страшно, как бы. Я просто
Ну, понаглел, попробовал систему через 4, и она не работает. Да, из-за этого пришлось ящик проюзать. Сейчас будем через 2. Полчаса, да. Будем, да. Поехали. Так. Раз, два. Раз, два. Вот в эту сторону вообще лучше не заходить. Лучше вот тут вот, вот по кругу катить и катить. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот, и даже и туда не заходить не надо. Раз, два. Все, и вот так вот циклопа по кругу, ага. Ты что творишь? Ты... Стратегию меня сбить пытается, понимаете? Жулик. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Откуда нарисовалась треха? Раз, два. Изи. Игра вообще изи на самом деле. Раз, два. Да, вы бьете монстра полчаса, но раз, два. Но все хорошо, как бы, вы не умираете. Вас не дамажит. Можете поговорить с кем-то о чем-нибудь. Ну, параллельно. Фокусироваться не стоит. Одни и те же движения. Пальцы вот так. Ну, ну ладно, ладно, ладно. Так, фору дал, фору дал. А то Филаус Виктори. Господи, сколько же долбить-то надо? Ой, сюда. Вот так вот. Так, стоп. А чё ты? Ну что, раунд два, раз, два. Так, уходим отсюда. Да нет, антитимен, наверное, уже пропустишь. Я всё-таки по сейфове играю, поэтому. Хотя, если там будет еще третий циклоп, ну, нет, если там будет еще два циклопа, тогда, да, тогда мы тут еще, я думаю, часика на полтора. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Оп, оп, вот это мне бонус дал. Вообще. О, еще раз, два, три. Оп. Прям парень радует сегодня. Раз, два.
Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. И не... Ладно. Раз, два. Нет, нет, не в угол, не в угол, не в угол, не в угол! Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, четыре, закончили. Я даже щитоящиком ящиком не воспользовался. Ага. Так. А тут чё? А, не-не-не-не. Или да. Или... Не, хочется посмотреть, что здесь все-таки. Может, какой-нибудь ящик. А может, два ящика. Сейв, так тут сейвиться можно только в определенных точках, нельзя рандомно, где захочешь. Эх, по мне пока не надо. Нет, еще раз нет. Как там? А как эту хрень? Давай, ломайся. А! Да нет. Да ну нет. Ну как цель поменять? Ну... Их вообще убить можно, нет? Идите в пень. А. Ого. Так. Hmm!
слышите? Кажется, все-таки есть сердце. Или это мое, я не знаю. Так, еще один глаз. Хера себе! Мужики! Как же до тебя добраться-то? Да, но это не разбивается, походу. И как его бухнуть? Как вообще туда залезть? Все, валим. ХП нету. Да нафиг мне синий ящик, мне бы... Сейф! Зеленый. Ой, не нравится мне это. Глаз, глаз. Ну охренеть теперь. Итак, что сюда подставить? Труп. Труп в соседней камере. Открыл рычаг, достал труп, освободил монстров. Нет. Что это там? О! Привет, пацаны! Суицидники. А зачем я это открыл? Ну, короче, ладно. Но это только половина, да? Я правильно понимаю? А где мне второй труп взять? А если... Да не. Вот ты сюда иди. Нет. Да ты, Спайдермен. Недоделанный. Ну, допустим. Да там не трупы, там какие-то. Это разве трупы? Там какие-то, не знаю, хрень какая-то плавает.
Это даже трупами не назвать. Ну что, ждать, пока здесь труп выплывет? Серьезно? Ну, как бы... А, тот труп в воду кинуть. А-а-а. Плыви! Твою мать. Ты такой толстый, что ли? Он сейчас где-нибудь там застрянет, отвечаю. А, нет, вот он. Так. Успел. Так, сохранится. Храм Авриала. Да. ХП. Да можно подренить. Так. WWE. Ребят, ну, вы можете чуть-чуть подождать, чуть-чуть, вот буквально пару минут. Ну, надо вам. Да, боже ж ты мой. Ага! Господи. Не скажу, people, извините. Не могу сказать, потому что не знаю. Димон, нет, и у меня терпения не хватит, чтобы по две сферы крафтить. Не, ну вообще в идеале, конечно, да, типа можно. Ну, походу, да. Если у кого-то есть несколько там десятков часов про запас, то, ребят, мы нашли где пофармить.
Ёб ты! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, его крутилка сильнее моей. Так, ладно. А если... Раз, два. Херня этот молот. Ага. Я кое-что подсказал, нормально ли в это играть на клавиатуре. Но я в это никогда не играл на клавиатуре, к сожалению. Ах, ты ж попал, зараза. Раз, два. Раз, два, три. Какая юла. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. О! Раз, два, три, четыре. О, давай, давай, давай. Раз, два, три, четыре. Давай, 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 давай. Карусель, карусель, то успел, то ты сел. Не знаю, просто почему сейчас в голове заиграло. Да, я нос почесать, ну. Ну правда, нос зачесался. Так, это я забираю. Ну или так.
ты ж. Ну, пацаны, где вы там? Я просто не очень хочу сажать себе сцены веревки. Проще так, наверное. Ну, лично мне проще так. А там вон сундучок. Зелененький. Да ладно. На, на. Вот так быстрее, что ли? Я пришел спасти тебя, мой друг. Ну как же так, а? Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Счастливо, пацаны. Что, эта хрень не ломается, что ли? Ломается. Так. Допустим. What the fuck? Ну ладно, я понимаю, надо типа тоже сюда, да? А за каким? Да я понял, понял. Не, ну так-то изи. Че? Ачивка с прогиба не было еще. Это что такое? А!
Ай! Плохая. Помоги мне. Ты бог войны? Бизон. Эта тварь схватила его. Все наши люди мертвы. Бизон. У него золотое руно. Ты должен спасти его. Руно — ключ к храму Медузы. Помоги мне. Помоги мне. Так, ты дрянь такая. Какая дерзкая. Она, блядь, стала помощнее, чем в начале игры. Привет, Nintendo. Так. Куда тебя тащить, давайте. Цвета другого стало, разве? Сломал. Так, ну, типа такой мы уже убивали. Да, не дышало ничем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Не помню этот. У нее крысиные головы или что это?
не туда! Ладно, давайте по сейфой. Слушайте, а можешь попробовать гнев титанов сразу в нее вжарить? Ну а чё париться-то, да? Давайте. Чё мы его экономим-то постоянно? Да. Слишком много урона. Что-то придумать. У нее реально тычки очень такие плотные, скажем так. Больно очень. Человек, серьезно? Чтобы я его рычажком убивал? Ну, вернее, плюхами, которые вот рычажок скидывает. Для этого надо его поставить вот в эту вот точку, на середину. А потом тянуть за рычаг. И чтобы он в середине поставил несколько секунд, дружище. Слишком много дэмэджа получил. Так. Раз-два, 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 работает, раз-три даже работает. Ну и я вот пол хп уже прогулял. Так, есть. Ну вот опять, видите, я делаю вместо двух ударов три, и все катится, катится. Надо по два раза. Два удара откатился, два удара откатился.
Ну да, кстати, можно, типа, первую часть его просто, ну, так, по сейфове побить. А когда он уже доест, там, руку или что у него там во рту, не знаю. Может, гнев титанов. Это обезьянка такая. Нет, слишком мало хп уже оставалось, я-то пропустил удара 3, что ли. Ну вот опять понаглел и опять опросил. И опять на гнев титанов может маны не хватить.
Да лол, ну прикинь. Достал. Как она достает лапой? Как? О, но я не знаю. Титанов юзай. Но понимаете, что когда юзаешь титанов, по хп проседаешь? Или вы этого не понимаете? Кто ж с набитым ртом воюет-то? Ну, ёшки-матрёшки. Ну, да, если...
Капец. Чувак, ну умри уже. Ну правда, умри. Да ядрен батон. Фак. Чит. Фак. Вот клешня. Первый раз в жизни вижу God of War. Где хилсы собачки? Где-то там. У нее есть хилсы. Но мы их не знаем. Как бы ты не знаешь, сколько тебе еще доубить надо. Я победил мертвого мужика с молотом на коне. Че, я с какой-то трехглавой крысой справиться не могу. Ну как ты достал? Так.
Ну да, да, ну, ну как-то, господи, боком как-то бегает. Нет. Да дохни ты, ёшки-матрёшки. О, новый прием. Нет! Нет! Что ты, как ты двигаешься вообще? Изи. Золотая руна. Золотое руно способно отклонить нацеленное в тебя оружие и обратить его против нападающих. Так вот зачем это. Как этой херней пользоваться? Золотое руно способна отклонить нацеленное в тебя оружие и обратить его против нападающих. Да не. Так где?
Так, а зачем мне золотое руно? Где его можно, так скажем, использовать? Давайте сохранимся. Ну, отразит он взгляд Горгоны, значит, сомневаюсь. А, отражает. Ну как? Я там где-то оставлял себе ящик с ХП. Где это было? Вот здесь это было. Ну я ж знаю себя. Все, едем дальше. Я сейчас представил, как тиран проходил бы первого босса в Dark Souls 2. Он бы просто матерился. Я бы проходил его так же. Абсолютно так же. Как и здесь. Yeah.
Так. Убийца детей. О да. Ну ничего сложного вообще-то. Подними сложность, халявщик, это максимальная. В Воронеже в Mail.ru требуются начинающие тестировщики на Skyforge. Чё это такое? Ауч! А можно поподробнее, Крабби? А то, не знаю, может быть, скайп там. А можно ее вырвать? Hmm.
что я пока не очень понимаю. По стене прыгает. Это вам не принц Персии. Что-то не то. Так. Крутится это, поднимается это. Точно ничего нет? Да нет, нет. Ну, как-то так. Да, спасибо, Entity Man. Как это называть-то? Entity Man или просто Тиман? Entity Man. Может, и просто Entity Man. Тити. Ха-ха, Тити. Привет, Кадавр, спасибо. Так. One shot. Ладно, спешить особо некуда. Теоретически.
Гуф.